Привет всем, меня зовут Айгерим, мне 23 года, я приехала с Алматы, с Казахстана. Приехала я для того, чтобы подтянуть свой английский, выучить язык. Выбрала Филиппины, потому что здесь очень жарко, здесь классная погода, здесь можно увидеть много, я думаю, действительно ярких, запоминающих, экзотических мест. Не только учиться, но еще и отдохнуть классно. Да, здесь мы занимаемся почти что 8 часов, то есть я считаю, что этого времени достаточно за день. Идет большой уклон от тебя как индивидуально, то есть все учителя очень внимательные, они всегда стараются работать над твоими ошибками, то есть именно где у тебя меньше получается, они стараются это улучшить. То есть ты также можешь работать с учителем один на один, получить какие-то базовые все знания, затем это все практиковать вместе с другими ребятами в группе. То есть это очень классно, круто, то, что уделяет вот внимание как тебе как наедине, так и в группе. И учителя очень дружелюбные, и они принимают тебя с первых дней, прям как будто ты здесь уже, не знаю, пару лет учишься, и они тебя знают уже очень давно. Очень дружелюбная атмосфера. Цены здесь дешевле, чем у нас. Погода, конечно, как у нас летом, может даже немного жарче, но это классно, есть возможность позагорать, поваляться на пляже. Ну, Филиппины, я думаю, все знают, что это экзотика, то есть это пляж, это пальмы, и вообще это классно.